Сергей, ну как впечатление от первого домашнего матча? Конечно, атмосфера очень понравилась. Спасибо огромное болельщикам, потому что действительно все, видимо, соскучились по хоккею. Было много людей, много флагов, много атрибутики хоккейной. Действительно, это не на словах уже, а на деле. То, что Дальний Восток любит хоккей, нравится хоккей. Люди пришли поболеть от души. Большое им спасибо, потому что поддержка была на протяжении всей игры, да, и даже после того, как мы проиграли матч, поддерживали, все, ну, отблагодарили команду, это, конечно, дорого стоит. В чем причина все-таки? Вели 3-2, были все возможности? Не, ну это хоккей, да, и надо быть каждую минуту на чеку. Вот. И не надо забывать, что команда ЦСКА – это непростая команда, много игроков опытных, хоть они и молодые, да, прошли и сборные, да, и много ребят участвовало на Олимпийских играх, да, поэтому уровень игроков высокий, да, они тоже хотят выиграть, поэтому действительно игра сегодня была непростая. Но я думаю, что у нас получилось дать отпор, да, и естественно, как бы, мы прекрасно понимаем, что есть момент, который нам надо улучшить в нашей игре. Мы потеряли очко или приобрели все-таки? Да можно как угодно рассматривать, да, если бы выиграли, было бы здорово. Естественно, хочется каждую игру выигрывать, не все складывается так, как мы желаем. Но для нас это в любом случае хороший был матч, хороший опыт, хороший урок, да, потому что мы сделали определенные выводы. Будем настраиваться на следующую игру, потому что для нас нет ни слабых команд, ни никаких других проходных матчей у нас нет. И для нас каждый матч важный, последний, не знаю, как сказать. Поэтому все равно сегодняшняя игра, она, с одной стороны, даже закалка характера идет, даже, потому что много ребят у нас все-таки выступают не так долго в лиге, да, и для них каждый матч, каждая минута на поле, она очень важна. Спасибо. Спасибо огромное.